Не нарушайте, вас снимают на камеру. В Петропавловске в круглосуточном режиме работают 74 устройства видеонаблюдения. Оборудование позволяет фиксировать правонарушения на улицах города и оперативно их раскрывать. Подробности в материале пресс-службы областного департамента внутренних дел. Государственный номер автомобиля, мелкие надписи легко увидеть в камеру видеонаблюдения Центра оперативного управления. Все это возможности современных технологий. Хоть и расположено оборудование высоко, например, на 9-этажках, качество изображения от этого не страдает. В работе инспекторы полиции используют передовые устройства. Это позволяет эффективно отслеживать ситуацию в общественных местах и на дорогах города. Установлено 74 камеры, 16 камер установлены на перекрестках города областного центра, по которым инспектора дежурные видеонаблюдения ведут наблюдение за улицами и проезжей частью, где выявляют нарушения в части, касающейся нарушения правил дорожного движения. Таких фактов с помощью видеокамер в этом году выявлено 4666. Всего зарегистрировали 5300 нарушений. Часто специалисты центра, а работают они круглосуточно, фиксируют мелкие хулиганства, распитие спиртных напитков в общественных местах и другие нарушения порядка. Ежесуточно, значит, выявляется около 30 нарушений. Из них в основном 23 нарушения – это нарушения по грубым нарушениям правил дорожного движения и нарушения общественного порядка в городе Петропавловске. Значит, благодаря видеонаблюдению, видеофиксации, также за отчетный период года было раскрыто 75 преступлений, совершенных на улицах и в общественных местах города. Видеозаписи с камер наружного наблюдения Центра оперативного управления могут стать доказательством в суде. Соответствующие поправки внесли в Республиканский кодекс об административных правонарушениях. Все видео записывается на жесткий диск и хранится в центре. Ксения Куценко при содействии пресс-службы областного департамента внутренних дел.